Это реально ужасно, отвратительно, мерзко, там нет реально никакого смысла, никакого искусства. Почему никто не скажет, что такие художники — это просто бездарные люди, которые прячут свою бесталанность за какой-то свободой формы? Мы видим, что это говно. Ну, сказано громко. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Есть люди, которые любят просто какашки разглядывать. Ведь многим, чем можно возмущаться в Москве, верно? Искусство — это... На сегодняшний день это миллиардный бизнес. Сегодня объявить себя художником может каждый. Это как Раневская говорила, да? Плевок в вечность. Девушка, вы когда родили? Я? Вчера? Нет, в прошлом веке. Задница у женщины должна быть вот такая. Как стол. То, что происходит с женщинами, ну, это заслуживает только сострадания.